начинаем торжественную линейку, посвященную началу 2018-2019 учебного года. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые учителя, родители, гости. Сегодня 1 сентября. Мы вновь собрались после долгих летних каникул. Снова сентябрь созывает всех. В школьном дворе снова слышится смех. Лето промчалось, как призрак, как сон. Знаний мы, открываем сезон. Итак, начинаем учебный мы год. К новым победам спешите вперед. Ждут вас открытия и достижения. В этом у нас никакого сомнения. Да и к тому же сегодня у нас есть те, кто в школу пришли первый раз. Думаю, их поддержать всем нам нужно. Аплодисментами встретим их дружно. Встречайте, учащиеся 1 А класса и классный руководитель Виолетта Павловна Аракелянс. Учащийся 1 Б класса и классный руководитель Оксана Васильевна Миронова. И классный руководитель Наталья Сергеевна Шкутина. Учащийся 1 Г класса и классный руководитель Валентина Николаевна Ниценко. Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется юноармейцу военно-патриотического отряда имени Владимира Агафонова, учащемуся 10 А класса Скороходову Дмитрию. Thank you.
пришел, звонки, звените, начинайся год учебный, год мечтаний и открытий, грустный год и год волшебный. Как сияет класс знакомый, вроде все привычно, просто, только каждый месяц школьный ставит множество вопросов. Всем желаем выйти с честью из нелегких испытаний, много радостных известий, пусть удача будет с вами. Исполнение желаний и друзей хороших много, и в огромном море знаний отыскать свою дорогу. Слово предоставляется директору нашей школы Оксане Викторовне Переваровой. Дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги, гости, вот и наступил прекрасный и волнительный праздник, День знаний. Позади осталась солнечная и радостная пора лета, а вместе с ним и долгожданные летние каникулы, оставившие массу ярких и незабываемых впечатлений. Вы хорошо отдохнули, набрались сил, и теперь настала пора снова возвращаться в школу. Я поздравляю всех с Днем знаний. Ведь 1 сентября – это дорогой и близкий праздник каждому из нас, потому что именно в этот день мы ощущаем себя одной большой и дружной школьной семьей. Дорогие ученики, вы вступаете в новый учебный год, и я очень хочу, чтобы для каждого из вас он был интересным, насыщенным, принес много новых открытий, наполнил важными знаниями. Я хочу, чтобы жажда к знаниям и терпение к их усвоению никогда не покидали вас, а близкие всегда были готовы прийти вам на помощь и поддержать на этом тернистом пути. 1 сентября – начало нового этапа в жизни наших самых маленьких школьников. Дорогие первоклассники, сегодня ваш самый первый день, первый праздник знаний. Сегодня вы впервые сядете за парты, и для вас впервые прозвенит первый школьный звонок. Конечно же, вы волнуетесь, вступая в новый мир. Вместе с вами волнуются и ваши родители, и учителя. Всем вместе нам предстоит пройти долгий путь, 11 школьных лет. И я надеюсь, этот путь будет светлым. Впереди вас ждут новые друзья, отличные отметки и много ярких, интересных минут. Школьные годы – лучшие годы в жизни любого человека. И с особыми пожеланиями я хочу обратиться к вам сегодня, дорогие наши выпускники. Это ваше последнее, 1 сентября в школьной жизни. Этот год станет судьбоносным для каждого из вас. Помните, дальнейшая судьба в ваших руках. Именно в этом году вам предстоит определиться с выбором будущей профессии, успешно сдать экзамены и поступить в высшее учебное учреждение. Дерзайте, и у вас все получится. Дорогие ребята, я очень хочу, чтобы этот учебный год оправдал надежды каждого из вас и стал хорошей ступенью на пути к будущим достижениям. Я желаю вам удачи и нескончаемого энтузиазма. Я еще раз поздравляю всех с праздником и желаю успехов в учебе и творческих побед. На нашем празднике присутствуют гости. Слово для поздравления предоставляется депутату Думы Ставропольского края Алексею Викторовичу Раздобудько. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, родители, педагоги, коллектив школы, я с большим удовольствием поздравляю всех с сегодняшним праздником, Днем знаний. Для всех этот день сегодня, он, наверное, разный. Для кого-то радостный, для кого-то, может быть, не очень. Точно для многих он волнительный. И я хочу пожелать всем здесь присутствующим хорошего настроения. Пускай этот год учебный, он будет полезным и интересным для всех учащихся. А родителям он принесет благополучие, спокойствие и мир. Всех с хорошим настроением и сегодняшним праздником. И разрешите мне зачитать приветственный адрес от губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича. Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители, 1 сентября – особая дата на календаре. Она оставляет в душе каждого человека добрую память на всю жизнь. Этот день с волнением ждут и ученики, и педагоги, и родные учащихся. Сегодня на Ставрополье первый звонок прозвенит для 287 тысяч школьников. Это почти на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. 33 тысячи первоклассников делают первый шаг в мир знаний. Вы – будущее нашего края. Верю, что стремление к новому, энергия, настойчивость помогут каждому реализовать себя
показать высокие результаты в учебе и вырасти достойными гражданами России. От всей души желаю вам, ребята, отличных оценок и верных друзей. Учителям и родителям гордости и радости за достижения молодого поколения. Всем прекрасного настроения и уверенности в завтрашнем дне. С праздником, с Днем Знаний! С праздником всех! Дорогие первоклассники, вы пришли к нам в первый класс. Все мы рады видеть вас. Не толпитесь у дверей, проходите поскорей. Дорогие первоклассники, поет Севумов Георгий. Сестренкой своей.
Слово предоставляется настоятелю храма святителя Николая Чудотворца города Пятигорска, протоиерею Александру Тарнакину. Уважаемые преподаватели, дорогие дети, родители, все гости этой школы, от всего сердца, всей души поздравляю вас с началом учебного года. Сегодня, ребята, вы пришли сюда за знаниями. И они необходимы, потому что со временем, обладая ими, вы получите хорошую специальность. Вам легче будет ориентироваться в этой жизни. Но, наверное, еще более важно, что преодолевая все трудности при получении знания, вы научитесь познавать самих себя. А это, пожалуй, самое трудное и самое важное в этой жизни. Как для временной, так и для вечной. И поэтому мы сегодня молим Господа, подателя всех знаний, чтобы Он благословил вас на этом нелегком жизненном пути. Благословение Господне со всеми вами. На линейку эту в последний раз пришел сегодня 11 класс. Для вас последний школьный год с минуты этой настает. От имени учителей мы пожелаем вам смелей дорогой трудной идти и в жизни верный путь найти. От праздничных торжеств до школьных будней всего один нас отделяет миг. Пусть этот год не будет труден, хотя в науке нет путей простых. Пусть будет легок путь и добр учитель. Пусть будет так, а в вашу жизнь пока предшественником свершений и открытий польется голос первого звонка. Право дать первый звонок предоставляется Геворгяну Карада, учащемуся 11 А-класса, и Байняжевой Веронике, учащейся 1 А-класса. Традиции в этот день все ученики нашей школы загадывают желания, а первоклашки выпускают в небо воздушные шары. Дорогие первоклассники, вы загадали желание? Не слышу, громче, вы загадали желание? Уверен, в этом учебном году они сбудутся. Выпускайте свои шары в небо. Право первыми покинуть линейку предоставляется ученикам первых классов, а мы провожаем первоклашек на их первый урок громкими аплодисментами. Thank you.
этом торжественная линейка, посвященная началу учебного года, объявляется закрытой.